В рейтинге регионов России по стоимости продовольственных товаров первой необходимости северная столица с 11 места переместилась на 55-е. Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году цены на продукцию выросли на 5,4%. Это почти в 3 раза меньше, чем в 2015 году. В данном топе первые строчки отдают регионам с максимальным ростом цен. Несмотря на неблагоприятные условия, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка констатирует значительное увеличение числа объектов малой розницы. За год она выросла с 6 до 9 тысяч. Особенно активно открываются точки общепита. При этом хотел сказать, что, конечно, нас очень тревожит обстановка с несанкционированной торговлей. Берут разрешение на лоток, а выставляется павильон. Я думаю, что в 2017 году мы увидим лучший результат в этом направлении, потому что это мешает предпринимателям, которые добросовестно платят аренду и платят налоги. В 2016 году для поддержки бизнесменов было роздано 100% имеющихся субсидий – это 115 миллионов рублей. Кроме того, предпринимателям выдали 2400 лицензий, что пополнило бюджет на 232 миллиона рублей. Для сравнения, 2015 принес значительно меньшую сумму – около 184 миллионов.